И графиня решила мету не вязать, а вот скала решил завязать все-таки на опыте. Какая игра интересная, да, выходит сразу же. Как все интересненько. Не помню, тут вроде какой-то моб любит фигню вытворять. Не помню, какой именно и почему. Ну, вроде мобы любят пробивать здесь хорошечно прям. Вроде не такое любят вытворять иногда. Ай-яй-яй, а? Опс, опс. Все. Лужицу опрокинуть и замещать на все. Лянь-лянь-лянь. Подожди, а чем он у меня пробивает? Я чуть не могу понять, а? Опс. Ладно. Я все равно тут все переживу, все, что мне надо. Так что нормально. Подожди, а они там молнию какую-то постелили, или что это? А, они молнии какие-то стелят, ёшкин. А я только заметил, кстати. Я их просто не водил, не вожу, мне пофигу просто на их вождение. Я автопилот, что вы мне сделаете? На автопилоте вывожу все и вся сразу. Довольно легко. О, пошел Бельчик. Пошло, поехало. Костяные щитки всякие. Опс, опс. Как же много я в луже стою, а? Вот это все-таки приятненько. Такс, господи. Такс, давай-ка мы чуть-чуть сюда подведем чисто. Опс, опс. Чисто по тактикам буковки, которую нам показал вот это вот местечко, да и все. По тактикам, еще бы и нет. Вечная связь на меня там захилила, щит крови, удар смерти. В общем, всякой фигни достаточно тут много. Опс. Все, надгробного камня у меня же нету больше. Не завязать его. У меня сейвов стало меньше, но при этом чуть-чуть сильнее я якобы стал немного. Как персонаж. Меньше сейвов, значит. Но при этом персонаж посильнее. Интересно, интересно, конечно, сказано. Ну да ладно. А, у меня этой штуки нету. Ё-моё. Бури костей. Ну, тогда зеленка не зыбка мне в помощь тогда. Если их нету. Что поделать? Ох ты ж, ох ты ж. Мобы кастующие все подряд, а? А вы тоже там особо не видите, да? Кто там что кастует из мобов? Из этих падл тех еще. Мне интересно, сколько мобы находятся в сферах, страхах и прочем говне моем. Как часто, как много. Если честно. Вот этот вопрос интересен. Давайте направо пойдем. А что направо? Пойду направо. Все довольно просто. Все максимально просто у меня в этом моменте. Захотел, подошел. Все, все. Упс, упс. Фир, да. Фир срабатывает как захочет, смотрю. Захотел, прокнул, захотел, не прокнул. У фиров... Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. То есть этому пофигу, да? Этому вообще без разницы, что происходит, смотрю, на мобе. Чисто что-то есть и есть.
Так, давай еще мобов сюда, давай. Понемногу. Чатик, смотрю, пока решил подзафакашить, да? Так, чисто немножечко. Повыпаливать. Ну, Макс, кстати, смотрю, нормально дамажит. Хотя он какой, 80-й, по сути? Мах прям наваливает. 80-й гир это очень сильно, на самом деле. У меня 80-го гира нет ни на одном персонаже. До сих пор. Что мне там хилит? Удары смерти, вечные связи, щиты крови. Я в кее. Молодец, буковка, молодец, что ты в кее. Хорош. Красиво. А мы тоже в кее выходит. Такие дела. ДХ у нас, по идее, есть. Луну, чтобы закрыть. Закрыли, молодцы. И пошли дальше. Опс. Тыкс. Чисто тыкс, а? Ну, ДХ тут решил именно в мою сторону пойти немного. Возможно, за это мы двойной удар полутали там, а может и нет, кто знает. До конца не видно было, лутали мы его или нет. Да, сейчас попрыгает фиг пойми куда, да? На боссе. Босс, убегай! Босс не убегает, падла. Все хорошо. Не, самое главное инвиз здесь не нажимать мне на танке. Я уже как-то раз здесь нажал инвиз. Нажал. Больше я не нажимаю инвиз на танке. Ну его нафиг. Еще моб багается. По приколу из-за этого. Опс. Успел. Хорошо, что успел, а. Буря костей, ё-моё. Пошли, поехали. Сколько там хипеса, а? Все, неприятных мобщиков мы устранили немного. Замечательно. Вой, чисто лянь, собачки подходят, а? А что это мы на собачках подходим? И шо, фир? А, фир срабатывает так, чисто. Захотел, сработал, не захотел, не сработал, я понял. Чисто по приколу, скажем так. О, под бопом парень. Боб парню дали, все равно бегаем. Олень? Вы откуда оленя взяли вообще? Или он это самое? Или он как этот самый подошел сюда? Что до конца не понял. Ну ладно. Все. Затыкали босса. Молодцы какие. Побежал Паладосик. А не. Паладос решил умнее сделать. Нафиг мне бегать, когда я могу бабл нажать. А что, прикольно ты это придумал. Ладно, главное босса не заэвейдить, если он тут эвейдится вообще. И проходим дальше. Бро, дота, фризит комп, топ и нет топ. В чем причина? Дружище, я на программиста похож. Который шарит, что у вас там фризит, почему не фризит. Вообще без понятия. Что, сейчас игры фризят вообще даже с топовыми компами? Игра говно. Или игра хорошая, или комп говно. Или майнер удали. Фиг его знает. Настройки ставь минимальные, не будет фризить, наверное. Без частиц всяких, без всего этого кала. Да ну, типа... Вот этого моба вообще не хочется пулить. Пулить именно по-странному как-то.
Так, а у меня есть какие-то сейвы, и я их могу нажать, по идее. И под сейвами забрать пачки мобов, правильно же? Опс. Оп, незыбочку нажать какую-нибудь и покайфовать дальше. Правильно? Правильно. Почему бы и нет в таком случае, а? То есть ты подойти сюда не хочешь, да, вплотную к нам? На мобе. Не, смотрю, и мобам иногда некоторым вообще по барабану. Под зеленочкой попробуем поджить, под зеленочкой. Фир чисто. Фир полутал, мальчик, фир. Ой, хорошо. Ай, приятненький клиночек. Нам ГГ, считаю, после этого момента. Сейвов у меня уже нету. Хотя вроде живу еще, но все равно сейвов как бы маловато немного. Все, буря костей, ребят, закончилась, я откисаю. Всем хорошего, так сказать, времяпровождения, я пошел откисать дальше. Не, ну клинок был заряженный такой, интересный. Клиночек прям мощный. Залетел. Так, а где там аддон такой интересный, я видел? Метод Dungeon Tools чисто, или как он называется? Чертоги доблести, да? Доблесть, как называется, ребят, доблесть, по-вашему? Или этот аддон говна не работает так, как хочется, а? Ой-ой-ой-ой-ой, тут еще моба, блин. С мобом может быть некоторые проблемы, да? Так, ладно, под бурей костей мы пожили немножко, похилились. Вот бы еще моба как-то бы замедлить, было бы неплохо, а? А не просто быть. Так, добить уже его в конце концов, да, этого мобяру. С этими импульсами вонючими. Подлюка. А, и он еще и фиряется иногда. Надо аптайм посмотреть, сколько вот эти фиры длятся по итогу. Они работают, во-первых, рандомно. Эти фиры. Можно как-то посмотреть аптайм фиров? Трепещи. 16% аптайм, что? 19 секунд. Зависинс надо бы посмотреть. Аптайм. Хотя без понятия, можно ли это в детейлсе вообще просмотреть нормально. Сколько оно действует, как оно держится. Дева щита, по-моему, это должны быть какие-то бешеные мобы, нет? Хотя... А, ну вообще да. Вообще да. А, у них исцеление понижается по мне, я понял. Один пробитие повышает, другое исцеление снижает, все, понял. Прорубающий удар. Надо бы ему якобы их кикать, да и все. Да и проблем не будет никаких. Луна. Луну закрыть? Не? Долго же думают, ребята, долговато, однако. По поводу закрытия луны. Не буду закрывать луну, ладно. Здесь они можем закрывать его вот так будем. Так, я если что пулить мобов не хочу. Сейчас попробуем сыграть по тактике без пула. Мобов этих лишних. Чисто интересно, как это все проходится. Очень так интересненько довольно. Пулить лишних я не буду. Во, попробуем скипнуть их.
Посмотрим, что из этого получится. Поехали чисто сюда вот сразу же. А их обязательно именно таким образом закрывать, да? Просто ты его закрыл прям так. Хотя я вроде бы проходил уже. Ладно. За них просто войска не дают. Интересно довольно посмотреть на это дело. По стеночке буду обходить. Там легко, при этом на арене 2 на 2. Кем проще играть? Здорово. В игре 36 спеков. Паладином играю, дружище. Паладином и кайфую по игре. Чисто паладин, паладосик. Да и все. Сколько у меня ляма хп? 4,2 это без фласочки, да? 4,2 ляма хп. Под фласочкой 4,5 будет хп. Как тебе такое, буковка? 4,5 буковка, 4,5, да. Вот так вот. 4,5 чисто целых. А ты в лужу не хочешь зайти, да? Типа, зачем оно надо? Вот какие-то лужицы непонятные вообще. Бред же полный, согласен. Какие еще лужицы? Не понимаю. На мобе. Ай, двойная лужица. Кстати, а двойной лужица идет дополнить две сразу силы руны или нет? Вот этого просто засыпочку. Такой вот, по-моему, нет. Как будто бы только одна срабатывает. Ну ладно. Хия, говорит, хия. Ну шо вы? Чё делаете? Сам писюн. Мы с шо делаем? А то ты не видишь, слепой, очки надень. Не видит он ничего, ты смотри, а? Пытается отыграть РП, будто бы слепой. Да-да, так мы и поверили тебе. Ага. Глянь, вы кикнули кац, который некикаемо показывала, да? Окей, окей, бывает. Очень интересно, однако. Ладно, раз мы уже здесь ближе, то этот самый. Угу. Ну, мне плевать на самом деле на босса. Я так постою чисто, в наглую. Потуплю по дамажу босса, да и все. Так, эти штуки вы должны не ловить, не лутать. Весь урон лишний. Ух ты шух ты ша. Как мы стоим-то хорошо, а? Я, кстати, не под геру нажал немного бурст, ну ладно, уже не важно. Ну, не под геру и не под геру, фиг с ним, так сказать. Какая разница? Шо, впервые, что ли? Как будто бы впервые, ё-моё. Так сказал прям. Хотя, стоило ли вообще переводить, непонятно. Ну да ладно. Этого босса. Как будто бы и нет, если честно. Освещение, кстати, освещение, ты смотря. Все? А не, можно и так пройти спокойно. Вы что, с ума сошли, что ли? Так, давай сюда от этих мобов. Так, этих дальше мобов мы скипнем просто. Там 15%, правильно понимаю буква или сколько? Напомни мне. Я уже забыл немного. Сколько там процентов дается? Там 15%. Ну-ка.
Это трэш, не бьем. Не бьем, не хилим. Ты бы хоть... Ладно, пофигу. Прикольно, ты, конечно, придумал это самое дело. Графиня, скинь комбат Нэшкой. А то пошел вперед. Самый вперед чисто. И 15 горит. Ну хорошо, раз 15, хорошо прям. А, вот так вот она работает, да? Ладно, я сразу пойду. Того с пули, этого с пулю. Заранее, так чисто. Так и сделаем, так и играем. Все. Все, работаем. Работаем, работаем. Вот такая теперь и будет. А, это ты с телефона сидишь, гений игры. Молодец, молодец. Телефончик. Теперь мы знаем о санитаре больше. Он сидит с телефона, значит. Да, санитар. Только на телефоне можно зажать кнопочку, и будет такая вот фигня у тебя. Все понятно, все ясно. И вагон с телефона сидит, да? И вагон с телефона. Да-да-да. И вагончик туда же. Хорош. Машины. Ладно, я бур сразу нажму. Какой смысл удержать, вообще не понимаю. Эти бурсты... Ой, у меня еще сифу сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Как же замечательно, а? В игру играть, когда у тебя еще сифу спрокнул. Ай, шикарно. Сколько я там надамажил? 300... Я всех передамажил на этом мобе сейчас. Есть. А моб зашел. Кстати, кому интересно. Он появился прям в боссе. Ну ладно, бывает. Прям в боссе этом, в трэше непонятном. Ну и ладно. Что сказать, бывает. А мне твой стрим на своей 4070 Ti смотреть, фу. Да? А ты что думал, сказку попал? Смотри, смотри, наслаждайся. Вдруг я санитар когда-нибудь возьму и подрублю разрешение 43 на 18, и ты будешь кайфовать, а? Кто знает. Когда-нибудь же вдруг подрублю. Кайфанешь, санитар, наверное, да? Ну, кайфанешь. По-любому же будет такое, санитарщик. Ладно. Тут, наверное, надо больше по одному таргету играть, чем по 10 сразу. А то мы сидим сейчас уже наваливаем кабины, блин, сразу 10 таргетом. Кайф игре. Говорим. А чё? Вечность с поглощения урона от кровавой чумы. Что себе? Понял. Получаем, физический урон повышается. Нифига себе. Если вы мне повышаете получаемый физический урон, то я думаю, не зыбку было бы неплохо нажать. Раз такое дело. А раз тут двойные рассечения срабатывают, да? Чё бы и нет. Нянь, он мне рассечением это самое. А, подожди, там полипал капли кинул мне в незыбку. Ничего себе. Машина, машина. Полипал машина. Капельки кидает. Подожди, он сам двойное рассечение начал кидать теперь. Фига себе, крутой, конечно. На мобе крутой. Они ж станется? Да, останется. Хорошо, хорошо. Отдавайте щиток, отдавайте. 43 на 18 нету, ты хоть понимаешь, как это выглядеть будет? Серега программист. Да-да. Серега программист, шарит за эти вещи. Нормально, пойдет. Шо мне нравится? Все нормально же. Нету, говорит. У меня все есть. Все есть.
Сковальд активен, говорит. Заранее написала Сковальд активен по итогу. Нифига он не активен, ну да ладно. Неважно. Обманывает, получается, эта штучка, да? Обманула меня эта штучка. По-моему, я где-то слышал, что можно дамажить во время этой штуки. Так что я дамажу. Раз такое дело. Щиток поставить поставили, можно и вдамаживать теперь. По итогу, правильно? Правильно. Все, и дамажим. Дальше по кайфу. Опс. Эй-е-е. Опс. Господи, сколько ж там этого самого, а? Так, надо от лужи, наверное, отвести бы. Скорее всего, да? Не танковать вам в луже немного. Серега молодец, а санитар черт и душный. Во. Думаю, все согласны с этим. И сколько ты призываться будешь на боссе? А что за форсмаг по итогу? Что по талантам? Осмотр рейда где тут? Таланты. Угу. Вот такие талантишки, да, у него? Одинокая зима, мерцание, колдовской поток, ледяные осколки. Гиро по откату дам. Окей, окей, мальчик. Хорошо, хорошо, договорились. По откату, так по откату. Замечательно. Ух ты ж. Смотри, сейчас появится и сразу залетит куда не надо, да? Залетит, влетит оно там что-то. В общем, будет происходить явно. Не самые хорошие вещи. Я-я, говорит. Я-я. А мне пофигу, я в импульсе стою. Сколько оно вдамажило? Офигеть. Не, ну вдамажило оно... Зеленку оно в любом случае мне пробило. Смотрю. Офигеть. Расколотые мечи всякие, да? Офигеть, что происходит, конечно. А у меня синяя, да? А синяя это где? Синяя это здесь? А где синяя? А, вот синяя. Нашли синюю, нашли, мальчики. Гера по откату, говорили. Все, все. А, так она идеально, получается, нажалась. Это самая Гера. Просто идеалити выходит. Ёшкин ж ты. Опс. Все, я пошел дамажить, мне все равно. Хотя, наверное, лучше в Одина задамажить. Это дэмэдж, а не в моба. На которого все равно совершенно. Тыкс, тыкс, тыкс. Все, ГГ. ГГ, ВП. Молодцы какие. И плюс ли сделали, кстати, ЛН. Ой, ЛН, ЧД8. Плюс 2? Да ладно. Я думал, плюс ли. Мак надамажил 400 тысяч, я надамажил 250. Там по 300 ребята накинули. Слушай, неплохо. Хпал 80. Хпал подхиливал там нормально. Так, мне дали поясок 60, ребят. Кому поясок 60 надо, а? Крит скорость, так сказать. Какие поясочки тут, а? Шом там нападало? Перчатки тканевые магу упали. Мистик. Кейстоун, ОК, шары 7. Вот так вот, такие дела.